Шапусы. Намажешь меня, раскрабируешь. Потом масочки. Я покажу, что у меня есть классного. Пойдемте со мной. Так, там надо раздеваться. Вот команда возьму. Не, еще. Не заходи туда. А что тут, раздеваться? Ой, здесь ничего видно не будет. Ты его защищала? Да. Релаксируешь? Да. Мы сначала пошли в турецкую баню. К сожалению, там не получилось ничего поснимать. Потом пошли в душ. Кстати, мы в турецкой бане делали масочки, скрабы с зайчиком. У нас теперь такая кожа чистенькая, гладенькая, все поры чистые. Потом пошли, приняли холодный душ, а потом в сауну. Ну, в сауне, кстати, пустила, ну, в общем, 5 минут, Леша дольше сидел. А потом пошла в душ, и там нашла такие штучки, что напор сильно бьет со всех сторон, типа, наверное, душа Шарко, который все нахваливают в борьбе с целлюлитом. И постояла под холодным душем, поразбивала себе бока. Теперь отдыхаю и пойду еще, наверное, на массаж. Сейчас вам покажу, что использовала в турецкой бане, что у нас закончилось. Закончилась моя маска, Белита Витекс, баня, сауна, массаж. В ванне она просто замечательная. И хочу, девочки, очень-очень похвалить вот эти масочки от рецепты Агафьи, серия «Банька Агафьи». В бане, в сауне. Они работают вообще шикарно, не знаю, будет видно, не видно. Потом покажешь. Да. И закончилась также черная глина. Я брала с собой. И что у нас еще закончилось? Скраб вот такой, слабенький, камчатский, также Ванька Агафья. И на волосы я наносила такой бальзам. Я добавляла, кстати, сюда кокосовое масло и масла, чтобы его обогатить. И восстанавливала свои волосы. Вот теперь смыла. И красивые, и чистенькие. Здесь комната релакса, мы отдыхаем. А завтра мы едем на экскурсию, у меня даже сегодня ночью, в Памуккале. Там экскурсия, потом будем купаться в ваннах Клеопатры, будем омолаживаться на 10 лет, и вы меня не узнаете. Ну, маленькая девочка. Хотя, знаете, тогда хватит. Меня посадят. Видишь, ты какой? А не, все равно, нормально, совершеннолетний. Короче, малолеткой был. И, кстати, все это абсолютно бесплатно, все входит, услуги, все включено. Баня турецкая, сауна. Здесь, на этом территории спа-центра, Леша, наверное, снимал, есть тренажерный зал небольшой, там несколько тренажеров в мире. Ой, жалкое есть... подобие. Ну, ничего, все равно. При желании можно позаниматься, есть на чем. И бассейн. И также за дополнительную плату здесь есть парикмахерские услуги, также массаж, пилинги, различные процедуры для лица и для тела. Шпилинги? Тоже входит. Сколько стоит курс массаж, пилинг? По-моему, 30-35 долларов. Угу. Но у нас все равно дешевле где-то в половину. Поэтому смысла делать за деньги я не вижу. Можно с собой набрать всякого хода, скрабика, делать все с ней. И все для цели. Как водичка. О, лягушонок. Смотри, бюстгальтер не потеряй. Okay.
Бывали Здесь мы проводим два процедуры. Сейчас я выбрала волосы шампунем, органика и мандарин. И в данный момент наношу кондиционер. Масочку добавила туда масочку, обогатила эти кондиционеры. Сейчас буду заворачиваться, и здесь потом возьму сауну. И на лицо я стала очищать эту масло, а потом вдавила. Кожу, тело и наносить другую маску, фитоактивную, баньку Агафьи. Это не градусов. Очень. Да, вообще понты, 70 нет. Действительно. Здесь с той стороны не видно ничего, зеркальное окно такое большое. Море. А отсюда видно море. Вот такая вот сауна. Сейчас мы пойдем еще на море, а потом мы еще будем спускаться в горы. Они, кстати, с 2 до 4, да? Да. Ну, что такая сауна, кстати, нормальная для моря, для жары на улице, в принципе. Но она, кстати, большая, в принципе, да, она не маленькая. Большая. Хорошо все сделано, дерево такое хорошее, добротное. Все аккуратненько. Вчера была зима, я носила маску. Так, я не знаю, как я спрятала. Девочки и мальчики, хамам – это просто супер-супер вещь, всем советуется. Я думаю, что в каждом городе найдется турецкая баня. И не обязательно покупать дорогие спа-услуги, можно делать все своими ручками. Просто взять с собой скрабики, масла, масло для лица, для тела все хорошо отшелушить, астрабировать, потом увлажнить, напитать. И результат будет просто супер-супер-супер. Кожа идеально будет просто состояние, она чистенькая, свеженькая, увлажненная, напитанная, волосы блестящие, красивые и здоровые. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока!